металлический планшет и скромная начинка. В этом видео знакомимся с планшетом Irbis TZ-797. В комплекте планшет, кабель microUSB, адаптер для зарядки и документация. Это маленький планшет в металлическом корпусе, который сказался на весе. 299 грамм. Расположение элементов стандартное для таких устройств. Клавиша питания и качелька регулировки громкости разместились на правой грани. А слоты для карты памяти, сим-карты, разъем для наушников и порт microUSB находятся на верхнем торце. Теперь о дисплее. Это IPS-матрица диагональю 7 дюймов и разрешением 1280 на 800 точек. Получаем неплохую плотность пикселей 215 точек на дюйм. При близком рассмотрении мелкие объекты все-таки могут быть немного смазанными, но при просмотре кино или чтении крупного текста проблем с детализацией вы не заметите. Что касается начинки, здесь установлен процессор MediaTek MTK8735D и 2 гигабайта оперативной памяти. Этого хватит для просмотра кино, соцсетей и браузера, но на тяжелые игры рассчитывать не стоит. Подведем итоги. Такой планшет подойдет нетребовательным пользователям, которые любят смотреть кино и сидеть в интернете. А вот мобильным геймерам стоит присмотреть модель помощнее.